Мне кажется, я открыл новую форму тишины. Некоторые философы утверждают, что таких форм всего 7. Но я, кажется, нашел 8. Если ты позволишь, я заключу тебя в 8 форму, чтобы проверить, как она воздействует на разум. Что скажешь? Полагаю, да. А если сработает, я подготовлю вариант, который ты тоже сможешь использовать, если тебе понадобится тишина для занятий. Надо же, какая неожиданность. Судя по состоянию твоих глаз, наступила слепота. Мастер Нелад, что вы с ним сделали? Что за штуки у него из глаз растут? Ничего непоправимого. Все дело в заклинании. Думаю, я могу его исправить. Уйдет пара лет, не больше. Но сначала мне нужны кое-какие данные. Попробуй ими покачать. Нет, не надо махать кулаком. Покачай этими щупальцами, которые там, где раньше у тебя глаза были. Кажется, меня сейчас тошнит. Судя по тому, как они колышутся, ты их не контролируешь. К тому же, теперь я вижу, что язык у тебя тоже... Да, лучше не буду этого говорить. Но ты, пожалуйста, не пытайся кричать. Похоже, что они начинают отваливаться. Ну что, все кончилось? У него снова есть глаза? Твои глаза снова выглядят совершенно нормально. Интересно. Мне кажется, ты должен за это заклинание. Жалко только, что оно так быстро перестало действовать. К сожалению, никаких побочных эффектов я у тебя не вижу. Ладно, в любом случае, вот тебе за потраченное время. Оу, сами Киллерус, а точнее то, что от него осталось. Это колчан стрел и меч. Меня раздавил дракон, короче. Короче, Мирак не поглотил душу дракона, но почему-то не вышел из инвиза. Я вызвал чит на дракона, пытаясь скормить ему еще одну душу дракона. И вот что вышло. Истребитель прям какой-то. Не знаю. И как мне выйти из этой фигни? Дракон, выпусти меня! Нет! Нет! Я не хочу умирать такой смертью! Под багом! Ух ты, какая тут красивая башня внизу! Ну, Мирак, я ему слишком много урона нанес! Ай-яй-яй, вот в чем дело! Эх, Мирак, еще душа дракона тебе нужна! Ну как я ее тебе отдам, если меня раздавили? Мирак! Нет! Ну вот и все. О, тут какая-то щупальца. Ух ты! Щупальца тут. Видите, как пружинкой закручены. Ну ладно. Попробую загрузить раннее сохранение. Всем привет, с вами Капеллан Киллерус. Я продолжаю проходить дополнение Скайрима Драгонборн. И сейчас мне нужно сразиться с Мираком. Значит, драконы вернулись. Ну, скалы и не такое переживали. У меня был разговор с Хермесом Мурой. Старый Хермеус Мора... собственной персоной. Значит, это он источник силы Мирака. Ну, конечно. Во многих наших легендах говорится о том, как Херма Мора пытался выманить наши тайны. И вот он снова пришел за тем, что мы так долго от него скрывали. Херма Мора? Почему ты его так называешь? Так мы зовем его.
демона знаний. Он всегда был нашим врагом. Что за секреты скалов? Мудрость, которая передается от шамана к шаману с тех пор, как Всесоздатель передал Солстейм скалам. Как говорить с ветром, как слушать землю. Вот наши тайны. Ничего о силе и власти. Зачем Хемиусу Мори могли понадобиться твои секреты? Мы знаем его как Херму Мору, демона знаний. Такова его природа. Он просто собирает тайны. Их ценность для него значения не имеет. То, что скалы так долго не выдавали ему свои тайны, только подогревало его желание заполучить их. Он согласился обучить меня слову крика Мирака, только на этих условиях. Значит, это на мою долю выпала участь выдать наши тайны древнему врагу. Не знаю, хватит ли у меня сил противостоять ему. Камень дерева все еще осквернен. Равновесие утрачено. Но остальные пять очищены. Этого может хватить. Должно хватить. То есть ты дашь ему то, чего он хочет? Да. Скалы всегда говорили, что настанет день, когда мы будем вынуждены выдать свои тайны. Когда Херма Мора наконец победит. Мой долг как шамана охранять эти тайны, но также и решать, когда настало время выдать их. И я думаю, что время настало. А если я ошибаюсь, пусть предки простят меня. Дай мне книгу. Я прочту ее и сам поговорю со старым Хермоморой. Я позабочусь, чтобы он выполнил свою часть сделки. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Я тоже надеюсь. И я надеюсь, ты позаботишься о том, чтобы эта жертва не была напрасной. Отец, тебе не следует этого делать. Эта книга, это неправильно. В ней зло. Это против всего, чему ты меня учил всю мою жизнь. Я должен, Фрейя. Это единственный способ навсегда освободить Солстейм от тени Мирака. Бывают времена, когда все меняется. Ничто живое не остается неизменным. Не бойся за меня, дочь моя. Такова судьба, которую предначертал мне Всесоздатель. Я буду рядом с тобой, отец. Как всегда. Я готов ко всему, что мог приготовить для меня злонравный хозяин этой книги. Доставить мне дар, который я требую. Мерзкий ублюдок. Ненавижу демонов. Держу свое обещание,
как и подобает принцу Обливиона. Да ну. Без слова силы, которая понадобится тебе. Твой глаз похож на огромное очко. Или его наследника. Это уж как сложится судьба. Жаль, я тебя не могу уничтожить. Да, очень жаль. Я бы этого хотел. Ну что? Я не виню тебя. Я знаю, он сам это выбрал. Отец, что ты наделал? Ну что ж, настало время надрать Мираку зад. Мой отец пожертвовал собой, чтобы дать тебе возможность уничтожить Мирак и развеять тень его хозяина, которая легла на нашу землю. Иди, убей Мирак. Не подведи. Итак, мы читаем эту долбанную книгу. Ненавижу апокриф. Что-то мне то место совсем не нравится. Так, я тут. Что же тут будет? Все, закрыл свое хавло. Я не спорю. На меня, я отнесу тебя к Мираку. Да ну, ну давай отнеси. Лети, моя пташка. Так, и как управлять этой штукой? Ага, находясь верхом на драконе, вы можете выбрать цель и атаковать ее с помощью магических атак. Кроме того, вы можете приказать дракону напасть на цель. Быстрое перемещение на драконе доступно в меню глобальной карты. Более детальную информацию можно получить в разделе «Помощь» в главном меню. Ну конечно. Тут и надо быть сильным. Я не чувствую чего-либо присутствия. А сейчас присутствует искатель, давай. Вали его. Так, Ctrl. Нажать Ctrl. Давай, хавай искателя. Скрыть мне там, кто там еще. Давай, дракоша. Молодец, молодчина. Крутой конь. Давай, хавай его. Молодчина. Ну давай уже, убей этого скрытня долбаного. Я хочу Мираку зад надрать. Я уже мыло приготовил. Давай. Хотя Мираку стоит зад без мыла надрать за то, что он сделал. Что-то он очень долго убивает. Это драконы все хилые, мало урона наносят. Ну давай, давай, давай уже, пора. Убей ты эту гаду. О, блин, скрытня там вообще. Да хрена здоровья. Щупальца, блин, из этого озера черного.
Вообще не айс в этом мире. Я бы не хотел в этой херне оказаться. Интересно, как туда попали драконы в апокриф? Тут же книги читали. И он их с помощью чита вызвал. Хрен его знает. Давай уже убей скрытнее и полетели дальше. Ой, долбаный дракоша, а. Итак, мы летим. К храму Миррака. Чё ты над этим островком летаешь? Давай уже к храму Миррака меня неси. Вот так вот. Ого, какой щупалец. Такое ощущение, что он сейчас возьмет и дракона утянет в озеро. Но это всего лишь анимация. Хоть это успокаивает. Я еще не прилетел. Какой приземлиться? Я посмотрю, где можно приземлиться. Привет, Мирак! Сперва надо поприветствовать нашего гостя. Приветствуй. Так, драконорожденные, первый и последний, встречаются в апокрифе. Ну, конечно, наша судьба. Несомненно, этого и хотел Кормеус Мора. Конечно. Он переменчивый господин, знаешь. Правильно думаешь. Не Но тупой. Теперь я освобожусь от него. Да ну? Мое время в апокрифе подошло к концу. Не приукрашивай свою речь эпитетами. У тебя полно сил, и это ключ к моему могуществу. Да ну, ты шутишь. Ты умрешь. Ух ты. Обретя силу твоей души, я вернусь на Солстейм и снова стану ха... Чё-то у тебя рожа какая-то дебильная. Розикрам! Колодики! Ты мне вообще урон наносишь, Мирак? У меня такое ощущение складывается, что ты мне вообще урона не наносишь. Возьму что-нибудь более эпичное из оружия. Ах ты ублюдок! Эта душа должна принадлежать мне! Ты что творишь, мразь? Рогатый! Ты на козла похож больше, чем на дракона. Ты знаешь об этом? Давай, девочка, не ссы, выходи из инвиза. Не понял юмора, а чё он не выходит? Итак, мы продолжаем. После небольших технических неполадок он, я думаю, должен выйти из инвиза. О, клинок, на большой член похож. Пролоники.
Дуэн был моей заботой, а не твоей. Ты просрал свой шанс. Другой путь он выбрал. Валак тебя насправил на этот путь. Дракоша. Пришло твое время, Мирак. Отбегай-ка от бурного члена. Куда этот хрен попал? Мирак, ты чё, свалил? О, Хермелос Мора пришел. Ты что же, вздумал сбежать от меня, Мирак? Здесь тебе ничего от меня не скрыть. Неважно, есть и другие драконорожденные, готовые служить мне. Надеюсь, он получит такую же награду за верную службу, как и я. Мирак задумал бунтовать против меня. Я хочу одежду Мирака. Учись на его примере. Служи мне преданно. И тебя ждет щедрая награда. Где одежда Мирака? Вот блин, мне не дали его одежду. Фиг с ним. Наяву. Интересно, что за запретные знания тут? Ага. Иллюзия очистить, алхимия очистить, красноречие очистить, карманные кражи. Ну, у меня и лагает. Так, что мне тут надо очистить? Разрушение, восстановление, изменение. 12-й легендарный. Зачарование, кузнечное дело. Тяжелая броня, блокирование. Двуручное оружие, одноручное оружие. Стрельба, легкая броня, скрытность, взлом. Карманные кражи, красноречие. Алхимия, иллюзия, колдовство. Разрушение, восстановление. Ну, мне, в принципе, тут ничего не надо очищать. Ну, разве что двуручное оружие, я все равно не пользуюсь. Да, в принципе, ничего не буду очищать. Ну, перемещаемся на Солстейн. Что нам еще остается? Перемещаться. Итак, мы убили Мирака, закололи его нашим драконьим мечом. И теперь нам осталось поговорить со скалами. Так, где наша дорогая красотка? Я чувствую это. Камень дерева снова свободен. Целостность земли восстановлена. Но это значит,
Все кончено? Ну, конечно, Мирак кончено. Мирак побежден? Конечно, побежден. Сор умер не напрасно. Мирак больше никогда не станет угрожать Солстейму. Спасибо тебе. Что бы ни двигало тобой, тебе довелось сослужить скалам великую службу. И мы этого не забудем. Знаю, это не мое дело, но... Могу я дать тебе совет? Или... Конечно, можешь предупредить? Дать. Можешь предупредить? Конечно, что ты хотела? Скала, я отвечаю за духовное благополучие своего народа. Ты не скал, но друг скалов. И поэтому я должна предупредить тебя. Хермамор заставил тебя служить ему, чтобы одолеть Мирака. Не позволяя ему завлечь тебя дальше по этому пути. Не волнуйся. Создатель сделал тебя Довокином для высшей цели. Не забывай об этом. Да пребудет с тобой Всесоздатель, друг скалов. Не волнуйся, я терпеть не могу. Отца нет с нами. И боль утраты никак не проходит. Ты действительно уверена, что готова быть шаманкой скалов? Я готовилась к этому всю жизнь. Вопрос не в том, готова ли я, а... Но что? Что знаю, такое? Не стоит так говорить. Я должна чтить желание отца. Но не я выбрала этот путь. Я всегда хотела стать великой охотницей или даже старостой деревни. Это еще может произойти, не так ли? Фонари этого не допустит. Что да, касается старшинства, тут у нее хватка железная, как у волка. Но это не беда. Скалам нужен шаман, и я знаю, что это мое место. Ну ладно, пока. С вами был Киллерус. До новых встреч, друзья. Да хранит тебя Всесоздатель.